Социальную поддержку получат 55-летние женщины и 60-летние мужчины, которые фактически выйдут на заслуженный отдых позже. Об этом сегодня журналистам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Уже подготовлена инициатива по внесению изменений в отдельные законодательные акты края. Они будут инициированы в ближайшее время в ЗСК. На эти меры поддержки в краевом бюджете в 2019 году будет предусмотрено почти 9 миллиардов рублей. В первую очередь речь идет о предоставлении льгот на проезд, а также компенсации расходов на оплату ЖКУ ветеранам труда и военной службы. Это социально значимая инициатива, потому что выплаты зачастую ощутимо сказываются даже на бюджете работающей семьи, не говоря о пенсионерах. Для отдельных категорий жителей края сохранятся льготы по оплате капитального ремонта. Еще одинокие жители края, не являющиеся инвалидами, с 2019 года также смогут получить компенсацию за покупку протезно-ортопедических изделий и слуховых аппаратов за свой счет.